Основное назначение проекторов – трансляция изображения на экран. Сегодня они используются на бизнес-семинарах, выставках, конференциях, презентациях различных продуктов, товаров и услуг. Неприятной может стать ситуация, при которой проектор перестает включаться. В чем может заключаться причина? Специалисты нашего сервисного центра рассказывают, что виной тому может быть наличие посторонних частиц в системе охлаждения. Из-за этого оборудование не может нормально работать, поэтому его необходимо как можно скорее очистить. Другая проблема может заключаться в ошибках со стороны пользователя или скачках напряжения в электросети. В этом случае есть риск возникновения короткого замыкания, перегрузки важных элементов и компонентов. Такие поломки следует устранять, только обратившись к грамотным, постоянно повышающим свою квалификацию специалистам. Сначала они произведут диагностику проектора и определят, что именно вышло из строя, требует ремонта или полной замены. На основании этого станут понятны точные сроки и стоимость предстоящих работ. Мастера Ask Service справляются с любыми задачами в кратчайшие сроки, а также предоставляют на все свои работы и услуги отличную гарантию. Узнайте больше, ознакомившись с закрепленным комментарием к этому видео.